как-то не по-эстонски быстро пролетело лето. Вот казалось, еще вчера мы с вами попрощались, сказали, что уходим на летние каникулы, что 3, даже более 3 месяцев КВН будет отдыхать, вы будете отдыхать от КВН. А нет, пролетело лето, пролетел уже и сентябрь, и снова игры высшей лиги, снова игры первой лиги на подходе. Одним словом, нас ожидает много интересного, нас ожидают финалы сезона, финал высшей лиги, финал первой лиги. Добро пожаловать на КВН!